Друзья, приветствую. Вот есть линеечка классическая. У нее появился дубликат, немножко другая, но тоже очень гладкая, смотрите, полированная. Давайте проверим ее. Значит, надо проверить вот эти уровни переливные, то есть при наливании в эту полость. Излишек должен попасть сюда, не сюда, а сюда. Это будет говорить о равном уровне. Вот, естественно, отверстие. Ну и главное, чтобы дорожки были одинаковой шероховатостью. Давайте проверим. А представители реально древней высокоразвитой цивилизации не были лишены здравого смысла. Отсюда можно сделать предварительный вывод, что кто-то хотел их выставить глупыми. Поэтому древнеегипетское письмо скорее похоже на графическое дизайнерское решение. И это, как мы увидим позже, может быть очень так, близко к истине. Здесь нормально. Был такой лингвист, не по профессии. И давайте сейчас не нашлось места в Википедии, проверим, как оно окончил литературный институт имени Горького в 1962 году. Работал журналистом, печатался в научно-популярных московских журналах. Еще в институте делал дешифровку фесткового диска, приведя веские доказательства наличия буквенно-слогового алфавита. Его хобби была расшифровка древнеегипетского алфавита. Он также переводил этрусские тексты на вавилонский феномен. Вот эпитафия к ней от Солженицына из письма 1980 года. Многоуважаемый Петр Петрович, могу представить себе ваше отчаяние от предложений вашей работы западным специалистам. Еще независимо от истины, само направление вашей трактовки им отвратительно и является одним из самых осудительных, что только можно придумать в современном мире. Но, во всяком случае, это очень дерзко и не мне кажется, очень рядом. Желаю вам не приуныть, но преуспеть. Тут Солженицын указывает на то, что такие вольные переводы не были одобрены западными специалистами. Фактически они были... Миллиметр там не решают погоды. С тех пор мало что изменилось, поэтому будем употреблять тот язык, при помощи которого Орешкин расшифровал этот... Такая вот история. Индоевропейский. Итак, рассмотрим находки Орешкина в области...